Проект картины галереи детям знаком многим дошкольным и образовательным учреждениям. Ребята знакомятся с историей галереи через скульптуру, живописные и графические произведения. Совершают обзорную экскурсию, узнают историю одной картины и ее автора. Творческое сотрудничество с Тамбовской областной картинной галереей, оно помогает нашим детям обогащать свое развитие через культурно-образовательный кластер. Мини-экспозиции, которые привозит нам постоянно Тамбовская областная картинная галерея, они рассчитаны и адаптированы именно на дошкольный возраст. Благодаря данному сотрудничеству мы зарождаем в душах наших воспитанников разумное, доброе, вечное. На встрече мастера живописи Тамбовского края ребята учились видеть, как художник работает над картиной, какой он выбирает холст, краски, как продумывает композицию. Также они старались разгадать сюжет и героев, представленных на живописных и графических подлинниках. Дети очень заинтересованы в экскурсии, прям с первых самых минут. Глаза горят, они пытаются угадать. Все проходит также в соревновательной форме. В конце нашей беседы мы обязательно собираем пазлы, чтобы закрепляем нашу экскурсию также в соревновательной игровой форме. И после этого у детей возникает большое желание посетить именно картинную галерею. К сожалению, не все дети знают, что даже существует такое место в нашем городе. Ну и, конечно же, после наших экскурсий у нас мы снова и снова видим детей в картинной галерее. Каждую художественную работу дети воспринимают на интуитивном уровне, как одно целое, и только потом начинают осознавать ее. Сначала ребенок должен увидеть картину, впитать ее в себя, а не просто проскользнуть по ней взглядом. Для этого сотрудник галереи детально разбирает с ними каждую работу. А чтобы закрепить материал, дает возможность в форме игры почувствовать себя творцами. Сегодня приехала картинная галерея, и я узнала много о картин. А какая картина понравилась больше всего? Сергея Рахмановича. Мне больше понравился «Тиумот», и понравилось еще собирать пазлы очень сильно, потому что я люблю очень много собирать пазлы, даже сложные. Мне понравилось узнавать имена художников. Я узнала, что бывают разные картины. Черно-белые, цветные, портреты, натюрморты, живопись. В общем, много. Подобные встречи не только знакомят детей с миром живописи, но и дают возможность уже в следующем проекте галереи «Юный экскурсовод» самому познакомить людей с мировыми шедеврами. Такие занятия формируют у детей вкус и развивают воображение. Они учат замечать прекрасное вокруг себя и затем при помощи своих эмоций выражать впечатления на бумаге или в словесной форме при помощи визуальных образов. Но главное, такие встречи учат детей говорить на языке искусства. Елена Хромова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.